Господень печали защитит имя Бога Иаковля. Спаси царя и услышанный вон жащий день, призовим тебя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудрость проси, услышимся так Евангелие, мир всем. И Духа и Твоему. Святаго Евангелие чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Вон мем. Рече Господь притчу сию. У одного человека, богатого человека, был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, и кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Рече Господь, все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Слава тебе, Господи, слава тебе. Цем все от всей души, от всего помышления нашей горцы. Господи, помилуй. Боже, Отец наших, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Православный епископ Российской Церкви, Господи наш, высокопреосвященнейший митрополит Илларион и Чести. И все во Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Российских правителей и православных людей, в Отечестве России несущих и о спасении. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всех наших священниц и священных монахов и всем во Христе, братстве наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейших патриархов православных и создателей святых храмов Божьих и всех, прежде почивших отцов и братьев, где лежащих и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тебе прикладами синящего клиент, если болезнью врачей страсти души телес рабов твоих, болящих, знаете, Сергия, Татьяны, Анны, Василия, Александра, Александра, Валентины, Марии, Валентины, Валентина, Раисы, Тамара, Ольги, Неонилы, Неонилы, Любовь, Маргариту, Антонину, Александру, Людмилу, Татьяну, Нину, Надежду, Анафа, Стефанию, Романаха, Сергия, Раба Божия, Сергия, Рабов твоих, Любовь, Олимпиады, Лазаря, Владимира, Раисы, Агафи, Симеона, Любови, Валентины, Людмилы.